цинизма предлагать построить в Казахстане АЭС народу, который пострадал от атома больше всех в мире. 580 ядерных взрывов произведено на территории Казахстана. Площадь зараженных земель огромная, как одна область. И эта территория, мало того, зараженная, она не подлежит эксплуатации на протяжении 2500 лет. Понимаете, верх цинизма. И тем более верх цинизма предлагать построить эту атомную станцию российской компании, то есть правопреемнику России, СССР, которой ни копейки, ни тиина, ни цента, ни одной даже монеты не заплатила компенсации за тот вред, который испытал казахский народ от ядерных взрывов. Благодаря сейчас этим ядерным взрывам Россия так ведет себя цинично со всем миром. Она бряцает этим ядерным оружием, которое создано на костях казахского народа, да? Благодаря уничтоженным казахским землям она бряцает этим ядерным оружием и хвастается, что она уничтожит весь мир, да? Мне это прискорбно, очень прискорбно это видеть.